Ну что, ребята, всем привет. Привет, привет. С вами видеоблог «Две хаски». Я же. Как и обещали, сегодня суббота, выходной день, и мы начинаем... А у нас не выходной. Да, у нас сегодня работа, стройка. И мы, как обещали, будем строить плетень. Много было комментов, чтобы обязательно построили, очень интересно. Поэтому вот они, трубы. Вчера с отцом варил эти трубы. Вот, смотрите. Получается, мы с Максом их купили. Они были где-то по 3, там 3,5, 2,20 где-то метра. Вот так вот мы их сварили. Да, 3-метровые, 2,5. Да. Нет, 3 метра и 2,20. Да, 3 метра и 2,20, 2,30, что-то такое было. Вот, получилось у нас труб, длина их 22 метра. По цене это вышло 4,500, но это по-божески, потому что купили на Авито по 200 рублей за метр. Советские старые. Советские старые трубы, посмотрите, они прям... Их даже жалко использовать для таких вещей. Тяжелые, хорошие. Мы так прикинули, если нам строить плетень на глубине там 3-3,5 метра, то есть нам надо 5-метровые. Получается, мы их еще будем забивать, чтобы они их течением не снесло. Поэтому забивать надо глубоко. Поэтому надо где-то 5 метров трубы. Мы взяли, у нас получилось вот по 5,25. Там одна чуть подлиннее, но это ерунда. Сейчас мы их привязываем. Как-нибудь, да. Взяли вот такую штучку. Юра украл. Вот такие вот штучки взяли. Назад повесим, потому что здесь у нас не было вот этих знаков, не габаритный груз. Поэтому будем вешать такие вот ленточки, мы, так сказать. С этой стороны у нас все по регламенту. Даже до среза бампер не дошли. Поэтому здесь вешать не будем. Привязывает от души, как он это любит. В этом он нам и нравится всем. Все максимально. В натяг. Ни одной резьбы живой нету. Ни одной живой резьбы у нас. Так, на стяжке вот такие вот закрепили. Стяжки, блин, шикарные, ребят. Сейчас покажу. Купили их 700. Стяжка кабельная, 100... 10 рублей одна штука, 700 рублей целая упаковка. В упаковке 100 штук. О, сэкономили. Содержит галогенов, вибростойкие, малодымное при горении, стойкие к ультрафиолетовому излучению. В общем, сейчас мы все это закрепляем и едем на реку к нашей лодке и будем как-то их перевозить. Да, как? Спокойно. Спокойно, тихо, спокойно будем перевозить. А вы присаживайтесь поудобнее, у нас большой ролик. Сегодня видел с ночевкой, с гитарой. Я надеюсь, у нас хватит сил на костер, на гитару, посидеть вечером, отдохнуть у костра после тяжелого трудового дня. Так что смотрим. Так, лодку не качали. У Макс наш. А вот подключает. Кто спрашивал, у нас Garmin Striker 7SV с датчиком GT52. Ему уже очень много лет. Купали его на Авито за 33 тысячи рублей. За 33? За 33, да. Царапали экран. Царапали экран уже. Юра, наверное, опять. Ну, конечно, Юра. Так. Юра не так положил. Макс не увидел, не проконтролировал. Вот они, царапины, и пошли. Ох, этот Юра. Наверное, у каждого есть такой Юра. На котором можно все скинуть. Так, ну что. Сейчас собираемся. У нас уже время почти 12. Мы не спеша сегодня. Я думаю, после обеда. Сейчас найдем место и начнем уже строить наше сооружение. Также расскажем вообще, для чего оно, зачем, потому что было много вопросов в комментариях, что это такое и с чем его едят, поэтому все подробно расскажем чуть позже. Так, маслице убираем, а то опять скажут, оставил тут. Давайте сейчас мы загрузимся,
Поедем искать место. Надеюсь, то, которое мы приметили, оно свободно. Но маловероятно, то, что место там интересное. Я думаю, там оно занято будет. Ну, найдем какое-нибудь другое. Наверное, чтобы то место занять, надо приезжать в пятницу. Часа в 4 утра. Все не так много народу. Ну да, народу не так много, кстати. Лодок очень мало. Видимо, сегодня не так жарко, как до этого неделя была жары. Сейчас 23 где-то. И видно, и отдыхающих меньше, и лодок меньше. В общем, погода такая классненькая. Прям можно и спиннинг покидать даже. Прям хочется уже. Опа! Смотри, нож вот сюда. О, вообще прям. Так, ну что, мы все загрузили наверх. Максим сейчас палатку собирает. Сюда вот и... Смотрите, какую тему купили. Сучкорез вот такой вот. 1300. Блин, я пробовал, вообще режет офигенно. Стрижет. Ну, сейчас первым делом соберем палатку и возьмем мусорный пакет. И соберем мусор. Я поймал. Сегодня нормальный улов. Офигеть. Жесть. Вроде чисто было, да? Чисто было, да. Пробежался. Забрали мусор. Отвезем. Сейчас. Дальше. Да, отвезем сразу. Ну вот камушек, нормально. Все, выгрузили сваи. Макс поплыл. О, здесь прикольно. Ух ты. Сейчас поедем за инструментами в наш лагерь. Возьмем инструменты. Приедем, уже будем их вбивать. Нам надо сейчас бить 4 столба. Трубы у нас по 5,25 получается. Глубина в точке лова у нас будет где-то 3,6, 3,7 метра. Подключено. Три-четыре, да? 3,4 вот здесь. Давай, смотрим. Поплыл. 3,4. 3,4, 3,4, 3,4, 3,5. Это край будет. Это край, да. Здесь глубже. Здесь смотрим.
3,5. А здесь? 3,2. Ну это прям свал уже. Вот он прям начинается. Там не надо. Здесь не надо. Вот здесь идеально прям. Так, в общем, сейчас глубину померили. У нас здесь получается 3,5. Здесь 3,6. Такой легкий свал идет. А здесь прям чуть дальше кинул на метр. Сразу 3,2. Прям начинается резкий свал уже. Блин, волнительный момент, если честно. Почему? Не знаю. Волнительный момент? Ну, мы к этому шли 2 недели, блин. Да, мы что-то долго собирались, на самом деле. Опускай. Опускай, вон. Видишь? Да. Ух ты! Фу. О. Да. Тяжело вообще-то. Фу. Не просто оказалось. Побыстрей, пожалуйста. Что? Да. По голове бы. Заходит? Да я не знаю, Макс. Почему ее так мотает-то, не пойму. Че мы не так делаем? Видно. О, пошла вроде. Заряд. Идет потихоньку. Идет? Да. Пошла, да? Ой, какая-то кривая она у нас получилась. Кривая? Кривенькая, но наша. Но родненькая. Опа. То, что там она поровнее, там бить удобнее. А там она кривая. Ну, с той стороны сейчас спустим. Взяли вот такую трубу потоньше. Она длиной где-то 2,40. Это будет такая перемычка между четырьмя нашими трубами. Мы сейчас попробуем сразу на две подвязать, чтобы следующие две трубы мы ровно вбили. У нас есть проволока. Проволока. Надо ее только найти. Вот она, проволока. 30 метров. И где-то у нас еще есть и пассатижи. Вот так будет. Еще одна труба, еще одна труба, да? Угу. Вот так. Все, пониже так сделаем. Так, так, держи. А как, подожди, а как мы плетню будем? Ставить? Да. С этой стороны. Ее прижмет течением. Ага. Все. И на этих ее на... Да, держи, я сейчас на стяжке. Давай. Подсажу сначала. Сюда? А, ну какая разница? Ну так и пусть и будет, да. А подожди, подожди, стоп. Мы же здесь еще одну хотели.
А, еще одну хотели? Вот так хотели же сделать. Или нет? Туда будем бить? Ну, давай туда одну. Вот здесь одна? Ну, значит, по центру ровно выводи их. Чтобы по краям точно было. Точно так? Или туда? Ну, давай туда уж, что. Давай туда, да, вот так. Как бобры. Турничок сделали для бобра. Давай это отрежем сразу. Турничок для бобра. Так, ну что, забили сейчас третью трубу. Смотрите, лайфхак. Когда вот поставили вот эту перемычку, перекладину, мы сразу ее притянули одной стяжкой и уже рука... Не до конца затягивали. Да, не сильно затягивали, не до конца, чтобы она, ну, могла дальше забиваться. И уже, считай, она зафиксировалась. Пару ударов я держал, потом просто отпустил, и мы уже, не боясь, что мы поломаем друг другу руки, забивали трубу максимально глубоко. Причем, блин, честно, у нас было две кувалды. Одна вот такая классическая кувалда. Ну, здесь смотрите, блин, площадь удара, то есть точно не промажешь. А когда ты на лодке мотаешься, плюс течение, тебя носит, конечно, вот с этой маленькой кувалдой можно конкретно накосячить. Сейчас четвертую забьем уже. Вот эту крайнюю, он туда. Я думал, тяжелее будет. Блин, ну да. Ну, первое, ну, первое самое сложное было. Да, самое тяжелое, это первую трубу забить. Ну, может быть, если два якоря мы бы сразу нормально поставили бы. Но все равно ее мотать начинает лодку, и ты вот с этой трубой вот так вот ее там носит. Короче, вот она самая кривая, эти прям ровненько заходят. Ладно, давай четвертую, потому что время уже пятый час. Шестой даже, наверное. Полпятого. Полпятого. Надо уже заканчивать и веток. Ветки плести. Вот она, наша родненькая. Стоит. Скелет. Пока скелет. Все, забили 4 трубы. Первая была, конечно, самая сложная. Вот. Потом дело пошло гораздо проще. Повесили такую ленточку, чтобы, не дай бог, кто-то на нее не споткнулся. Мы еще потом, ну, не наехал, точнее, на нее никто. Мы еще потом с другой стороны тоже какой-нибудь белый опознавательный знак повесим. Но на самом деле она близко к берегу, ее, да, в принципе, видно будет. Да, так что я думаю... Плюс он там, смотрите, дальше тоже стоит. Так что вот она стоит. Ну, погнали. Да, получилось прикольно. Так, ну что, мы сделали первую партию веток, вот так их выложили. Сейчас мы их стянем, это наш каркас получается будет. По-хорошему можно вплетать даже без стяжек, но так проще. Мы сейчас затянем каркас этот и уже в него будем вплетать ветки ивы. Прям с листочками будем вплетать вот эти вот, которые остались у нас. Вот, и потихоньку будем ее плести, делать такую вот преграду. Сейчас возьмем проволоку и затянем все это дело.
охуенная. Бабку ловила. Да есть вообще как огненькая. Пойду и вот так. Фу, получается вот такая штука, чуть меньше половины заплели. Как сказал Юра, не хватает ресурсов, но немного, я так думаю, сделали ошибку. Надо было вертикальные вот эти ветки сделать почаще. Вот на второй решили сделать почаще, чтобы можно было и тонкие ветки заплетать сюда, и тонкие, и короткие. И вот так крепим на стяжке, потому что время поджимает. У нас есть с собой проволока, можно было заморочиться, но слишком долго вязать. Хотим до вечера все это дело установить и закормить. И если получится, уже утром там попробовать половить. Юра тут материал подводит. Такие ветки. В общем, работаем дальше. Блин, высокая. Прикольно. Вплелись так травка. Прям. Выглядит очень естественно. Если честно. Все должно понравиться. Да. Конечно, не очень это просто, уже под конец так накидывали, но нормально. Да, вот все-таки Макс прав, вот это еще вторая у нас, и вот почаще сделали. Блин, ловчей получается, она у него легче получится, еще прикольно. Да, вообще неподъемная. Тяжело. Да, это будет сейчас кайфовая, прям тоненькими ветками, прям супер. Это первая. Это первая, да. Первый блин, как говорится, скован. Но зато она получилась вообще козырная. Она прям выглядит очень круто. Ладно, я пойду еще пилу, веток порублю, чтобы быстренько эту сплести и пойдем ее уже ставить. Без вот этой штуки это все бы затянулось дня на три, я вам отвечаю. Доплели. Время 9 час. Да, уже полдевятого. Вот это полегче, наверное, получилось. Это потяжелее. Это будет снизу. Это будет сверху у нас. В общем, ну, неплохо получилось, я могу сказать. Но выглядит огонь. Выглядит классно. Как мы это все сейчас будем ставить? Это второй вопрос. Пока непонятно. Выдержат ли трубы? Это третий вопрос. Надеюсь, все будет хорошо. А там посмотрим. Короче, сейчас будем как-то класть на нос лодки первую, вот эту. И повезем ее. Будем опускать. Я где-то тут рогатку сделал. Рогатку куда ты дел? Где моя рогатка? Вот она. Удагу рогатку. Хотим сейчас, получается, вот сюда такие петли привязать из проволоки. С одной стороны и с другой стороны. И по ним опустить ее вниз. Я думаю, ее прижмет к трубам по течению. И мы ее вот так вот еще вниз до конца протолкнем и упрем ее в дно. Вот, и потом вторую повезем таким же макаром. Ну, вторая просто опустим и закрепим ее. Надеюсь, все будет хорошо. Раз, два, опа! Ходи. Сейчас даже залезу. А я где сидеть буду? Все лежит? Да, лежит. О. Нормально. Так, твоя сторона. Получается, мы твою сторону опускаем в воду. Да.
В общем, вот так загрузили. Юра сейчас на передний баллон сядет. Ну что, на проволоку думаешь? Я думаю, да. Давай на проволоку посадим. Давай на стяжку, на проволоку. Установка первой части прошла успешно. Забыли только рогатку-то двухметровую. Но сейчас веслом протолкнем ее вниз. Даже при том, то, что сейчас у нас основная часть находится сверху, то есть рычаг максимальный, но они вообще стоят просто идеально. Я думаю, если мы сейчас опустим вниз, то давление от течения воды распределиться по всем трубам, и они вообще будут стоять как вкопанные, и ничего их не снесет. Макс сейчас вот делает такие вот, хотели на стяжке, но я все-таки к металлу как-то более склоняюсь, потому что все-таки понадежней. Это проволока вязальная. Мы сейчас сделаем такие вот кольца, там уже сделали одно, и сейчас по этим кольцам будем вниз к трубам трубу опускать. Так, вторая стенка верхняя. Рогатки взяли. Взяли рогатки. Надо лодку, да, брать уже? 4,20. Маловато. Так, стыковка произошла. Держи. На меня чуть-чуть. Сейчас. Держи. Все. Ой, на меня. Попробуй пониже. Давай попробуй пониже. Раз. Два. Ну, выглядит огонь. Выглядит супер. В общем, все поставили. О, завтра вам с утреца все это покажем. Дело. Блин, ну выглядит просто, как будто. Да. Как будто Рэмбо строил. Прям вот не хватает там вот это, с повязкой. Я вам вообще выглядит супер. Ладно. Погнали, да, на базу, надо покушать. Вниз по течению. Просто рыбачок ловит, мы сейчас отъедем. Да, там рыбачок сидит. Не будем вас смущать. Ну что, мы приехали к нам на базу. Сил уже, честно, не осталось. Донки даже, наверное, не будем ставить. Так, что есть-то будем готовить? А у нас прям выбор? У нас выбор есть: макароны либо гречку. Давай гречку. Все-таки гречку. В общем, с донками мы решили, что попозже. Ну, нет сил. Мы, блин, вообще устали. Сейчас покушаем, сидим, погреемся у костерка. Что там? Ветерок. Ветер, да, ветер прям такой, прям, прям в нас сейчас дует. И все, и отдыхать, потому что вставать рано. Горох еще сварить надо.
Хочется это сделать не утром, а вечером. Сейчас вот как раз будем сидеть у костерка, варить горох и все, и потом спать. Мне кажется, я бы готов морковку просто с луком дать, да? Съесть, да, вот эту вот. А я хотел подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли возможно. Но без слов их не знаю чудесных. Все в сравнении с тобой не сказать. Но без слов таких не знаю чудесных. Сравнить с тобой, что за... Пошла жара.
Ох, пахнет как. Шикарно. Да хватит, хватит. Так, поставили горох. Все по классике. Вот он, уже набух. Ух ты, красавчик. Золотистый, желтенький. Завтра, я вот не знаю даже, ну надо кормить, что завтра прям половинку, наверное, высыпем сразу. Прям. Ладно, все пусть варится. Пока кушаем. Макс еще огурчики порежет с помидорками. Будь здоров. Ну чё. Чуть гречка через нос не вышла. Доброе утро всем. Доброе-доброе. Юрец уже кормит тут горохом. Время 5 утра, проснулись, быстро кофейку попили и на рыбалку. Интересно, рыба встала за ночь или нет. Будем уточки разматывать и пробовать ловить. Ну что, ловим уже минут 20, пока поклевок нет. Не получается пока что. Ну, может быть, и рано еще. Только вчера поставили. Посмотрим. Сейчас попробую поставить пшеницу с маленьким крючком. А вот крючки. Давай сюда. Вот это. Опа. Первая рыба. Такая достойная. Нормальная, да, плотичка. Первая рыба с плетни. Вот такая. Давай пока ставим, да? Пшеница, конечно, тоже бешеный клев. Оп. Ну, хоть уже что-то. Опа. Плотвичка. Не, ну в этом ролике не должно быть крупной рыбы, ты понимаешь? Это будет слишком жирно для нас. О! Получше, не? Густерка или подлещик? Молодой подлещик. Молодая плетень, молодой подлещик. Все нормально. Да, оставляй пока его. Слушай, а можешь отцепить? А у тебя плотва идет, да? У меня плотва. Мерная. Мерная. О, подъем какой. Ну, плотвичка. Да не знаю. Опа, не крупная.
Плотва клюет исправно очень, я вам скажу. Пшеницу. Пускаем, даже не берем. Такая вот пареная пшеничка. Есть. Да, мелочуха стоит. Опа. Не, ну в прошлый раз, извините, там, блин, влетали колбасятины какие. Ну. Что-то типа. Да. Покрупнее плотвичка пошла. Да, вот это нормально, слушайте, уже. Я думаю, пока брать не будем. У нас сегодня пристрелочный, да, выезд. Не будем соседей наших беспокоить сегодня. Так, смотрим, что стоит. Если лещ клюнет, конечно, заберем. А так посмотрим. Ой-ой-ой, точно-точно. Уже, думаешь, работает? О! Опа! Подняла как. Плотвичка. Слушай, у него во рту это, ракушка. Ну, она что-то грызет. Все, решили собираться. Жарковато уже стоять, на самом деле. Сейчас остатки гороха закинем под плетень. И в течение недели постараемся хотя бы через день кормить. Чтобы рыба уже привыкла, что здесь есть корм. И уже рыбалка должна быть веселее намного. Обед! Обед! Как будто зовешь кого. Обед! Обед! Юра! Юра, все разогрелось! Так, ну что, мы поспали. Как мама, да? Два часа. Да-да-да. Да, вырубило что-то. Да, очень хотел спать, конечно, мы. Что там? Я пойду посуду пока помою. О, пойдет посуду помыть. Отлично, супер. Круто. О, а что сходка стала? Подразвернуло ее что-то. Да? Угу. В общем, что хочется сказать. Рыбалка, вот у нас сегодня коротенькая получилась, но у нас больше видео было не о рыбалке, а о постройке. В общем, что касается плетни, она готова. Рыба есть, но мелкая. Ей нужно прижиться. Да, ей надо прижиться, чтобы она обросла уже разными речными организмами. Там, червячки, водоросли, малек начнет там появляться. Ну, малек уже там появляется, кстати. Да, он и надо уже... надо ее ввести в эксплуатацию. Хотя бы неделю покормить. Да даже чтобы... не то, что, наверное, покормить. Почему? Надо, покормить надо. Неделя прошла. Ну, как нам? Рыба вообще поняла, что там можно что-то... Ну, есть. Как нам говорили знающие люди, которые ловят постоянно на таких темах. Надо неделю покормить и потом уже ловить. Так что обязательно подписывайтесь. Мы снимем видео через какое-то время с этой плетни и покажем, что там будет ловиться. В общем, как-то так. Ох, лучок. Лучок бодрый. Так что, друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и делайте как мы. А лучше. Всем пока. Пока.